К другим темам. В Симферополе прошло заседание архиерейского совета Крымской митрополии. Какие вопросы обсуждались, расскажут наши коллеги. Согласно уставу Русской Православной Церкви и положению о митрополиях под председательством главы Крымской митрополии Высокопреосвященнейшего митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, в епархиальном управлении состоялось очередное заседание архиерейского совета Крымской митрополии. Сердечно приветствую вас на первом в этом году заседании архиерейского совета Крымской митрополии. Каждый год преподносит церкви свои вызовы, на которые нам следует реагировать в свете Священного Писания. Поэтому, дорогие владыки, будем и дальше развивать церковную жизнь во веренных епархиях. Не все получается сразу, но Господь нас никогда не оставляет и не оставит. В заседании приняли участие правящие викарные архиереи Крымской митрополии, митрополит Феодосийский и Керченский Платон, епископ Джанкойский Раздолинецкий Алексей, епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской епархии, епископ Бахчисарайский Калиник, викарий Симферопольской епархии, епископ Коктебельский Агафон, викарий Феодосийской и Керченской епархии, секретарь Крымской митрополии, настоятель Кафедрального Петропавловского собора Симферополя, протоиерей Александр Якушечкин, протоиерей Иоанн Престинский, секретарь архиерейского совета Крымской митрополии, секретари епархиальных управлений. Участники заседания архиерейского совета обсудили ряд вопросов, касающихся жизни и деятельности епархии Крымской митрополии. В епархиальном управлении состоялось первое в текущем году заседание архиерейского совета Крымской митрополии. Заседание архиерейского совета по председательством главы Крымской митрополии митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря приняли участие все правящие викарные архиереи епархии, входящие в состав Крымской митрополии. В ходе заседания архиерейского совета архипастыри обсудили наиболее важные вопросы деятельности Крымской митрополии, в том числе был заслушан отчет об исполнении решений архиерейского совета, принятых на предыдущих заседаниях. Также были заслушаны отчеты руководителя специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерея Дмитрия Краткова и руководителя межепархиальной коллегии по координации работы с молодежью иерея Евгения Полютова. Кроме того, архипастыри обсудили вопрос организации проведения летней смены в одном из оздоровительных детских лагерей Крыма для учащихся победителей конкурсов духовно-нравственной направленности. В завершение всеми участниками архиерейского совета был подписан протокол заседания и иные документы Крымской митрополии.